встанем. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Восьмой этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе» продолжает свое шествие по Одинцовскому округу. В Захаровском доме культуры торжественно передали реликвии Великой Отечественной войны. Знамя Победы, офицерский наган-пистолет и письмо-треуголка – символы, связанные с городом-героя Тула. Теперь, по сложившейся традиции, прославлять память о военном подвиге наших дедов и прадедов будет территориальное управление «Звенигород». Уважаемые друзья, мы все с вами поколение людей, деды и отцы, матери, прадеды, которых погибли на этой Великой Отечественной войне. И мы эту память храним в сердцах. Но самое главное, что сегодня перед нами с вами стоит огромная задача – беречь нашу Родину, беречь каждому свою семью, свою мать, своих детей. Основной посыл мероприятия – бороться за правду, сохранить память о реальных подвигах героев Великой Отечественной, привить подрастающему поколению гордость за свою страну и веру в ее будущее. В этом уверены одинцовские депутаты-единороссы. И сейчас, как никогда, нам тоже надо объединиться. И салют победе обязательно будет на нашей земле. Память – это очень-очень важно. И у нас, у нашей страны, у нашего народа героическое прошлое. В наших жилах, венах ген победителя, кровь победителя. Поэтому никогда мы на колено не встанем, победа будет однозначно за нами. В зале воцарилась тишина. Все взгляды прикованы к сцене. В этот вечер слова доходили до самого сердца. Тишина изредка прерывалась аплодисментами и криками «Браво!». Под звуки песен военных лет с экрана в зал смотрели ветераны Великой Отечественной войны. Действо пробирало до мурашек. Горит и кружится планета над нашей Родиной дым. И значит, нам нужна одна победа. Цена победы в Великой Отечественной войне – миллионы невинных жизней. Перелистывая страницы истории, сейчас, как никогда, важно чтить память наших героев. «Салют Победе», знаете, он как такая книга. Переворачивая страницы, мы переворачиваем Брест, Минск. Значит, в этот раз это была Тула. Постоянно мы как бы идем по городам-героям и вспоминаем тот подвиг, который совершили наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Сегодняшнее мероприятие мне безумно понравилось. Я ощутил бурный поток эмоций, гордости за Родину, гордости за людей, живущих на моей Родине, на нашей Родине. И правда, прям прочувствовался до слез. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».